Но как это возможно? Ты же... я... О, о себе не волнуйся. Ты уникальный экземпляр, Инг. Всем нам, Сансам, Папарусам, нужны свои вселенные, чтобы существовать. Но ты не такой. Ты не имеешь своей собственной ау, обитая в антипустоте. Вот эту вот твою способность я и решил позаимствовать. Но зачем тебе это? Чтобы добраться до Санса. Я имею в виду оригинального Санса. Хочешь уничтожить его? Ты хоть задумывался о последствиях? Конечно. Подумай, если ты сделаешь это, исчезнут все Сансы во всех мирах. У тебя ведь тоже есть брат. Был. Что? У меня был брат. И ты вскоре последуешь за ним. Без энергии своей души, без собственного мира, ты, скорее всего, скоро будешь стерт из реальности. Теперь ты обычный скелет, Инг. А обычные скелеты не могут жить в антипустоте. Помочь тебе здесь некому. Так что... счастливо оставаться! Стой, не бросай меня тут. Папайрус? Ах, кого я обманываю? Кто может меня тут услышать? Это же антипустота. И что дальше? Свихнусь и начну говорить сам с собой? Или исчезну еще раньше? Черт, тут так тихо. Ни единого звука. Только пустота. Был бы здесь хоть кто-то. Кто-нибудь. Эй, Инг, тебе страшно там одному? Кто тут? О, так вот с кем постоянно беседует Эра. Тут так тихо, что слышно голоса из других миров. Нет, я точно свихнулся. Да, немного странно. Спасибо за заботу. Но меня гораздо больше волнует тот новый папайрус. Какие варианты, чтобы выбраться из антипустоты, ты знаешь? Может, выход совсем рядом? Как ты планируешь выбраться из антипустоты? Инг, держись там. Надо бы придумать план, как выбраться из... антипустоты. Инг, что ты будешь делать в ближайшие часы? Ты хотя бы пытаешься выбраться отсюда? Ну, единственный способ выбраться отсюда — это порталы. Но для меня это не вариант. А как же Эрор? Эрор? Ну, мы с ним как бы заклятые враги и... Ты не один. Есть ведь Егор. Эрор. Вообще-то это имеет смысл. Так, стоп, нет. Инг, ты же хранитель всех АУ. Не важно, насколько мне страшно, не важно, что Эрор может убить меня всего одной атакой. Теперь я почти беспомощен. А значит, судьба всех Сансов сейчас в его руках. Даже если он об этом не знает, я должен попытаться. Эрор, я знаю, ты следишь. И даже слышать стоит лишь повысить голос. Эрор.